Здравствуйте, мои дорогие. Это последний день выпуска. Это шампанское. Это я отдыхаю, так сказать, в своем стиле, немножко по-своему. Последний день отпуска на реке. Благодаря ветру нет дождя. Ваше здоровье. Никогда не пил шампанское с горла, но учитывая, что это последний день отпуска, то просто за все то, что классно получилось. Улица, потом санаторий наш больничный под турецкую водку Рака. Было интересно. Да. Все прекрасно. Жизнь прекрасна. Надо только хотеть жить. Я вот думаю, с шампанским еще в реку зайти. Шампанское начало пузыриться, когда его остудил. Когда наслаждаешься и тебя не палит ни один мент. О, охрененно. Я даже в Турции так не отдыхал. Не, ну можно было, конечно, со стаканчиком, с коктейлем зайти в море, с бутылкой шампанского. Но уже полбутылки воды почти. Уже как мало ветра это давало. Не будем переохлаждаться, надо идти. Пробилась. Обалдеть. Хорошая шампанское. Как антибиотик. Пока-пока.